Сегодня стартует эстафета огня Универсиады 2013. Факел зажгут в университете Париж-Сорбона. В месте, где в 1923 году прошли первые всемирные студенческие игры. Об этом нам сообщили в дирекции Универсиады. 6 июля, за год до старта соревнований, студенты Сорбоны и представители пяти частей света встретились в Казани и произнесли клятву. Теперь огонь в столице Франции. Отсюда пламя Универсиады отправится в кругосветное путешествие. 2013 факелоносцев за 365 дней побывают в 54 городах мира. Планируется, что сегодня участие в церемонии примет и госсоветник Татарстана Ментимер Шаймиев. Подробности мы планируем сообщить в наших следующих выпусках.